ребята неправильно качают пятки. Они мертвыми подходами делают слишком большие перерывы. Чтобы пресс был рельефный и красивый, нужно делать 3-4 упражнения в одном подходе, без всякого воздуха. Каким способом вы максимально забьете свой пресс, и ваши жиры начнут сжигаться, и у вас станет пресс более рельефный? Если вы думаете, что такая методика не работает, то можете посмотреть на мой пресс. Таким способом я уже качаю его 3-й год, и меня все устраивает. Сейчас я вам покажу самое эффективное упражнение на пресс, а которое вам понравится, выберите сами. На первый взгляд эти упражнения могут показаться смешными и легкими. На самом деле эти упражнения очень эффективные, и как вы поняли, нужно делать 3 вида упражнения в одном подходе без отдыха. На этом все. Будьте добрее, берегите себя, качайте пресс. Я желаю вам удачи. Пока.